Значит, говорили про...
Пойдем, поминай.
Так вот. Стерилс. もちろんです。 わかりました。 Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что, сразу сваливаем. Ханако-сама га омачи да. Thank you.
Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Ну так что? Все в порядке? Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести. Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Родственные узы. Да, семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну так что? Порядке. Я думал, мы будем обсуждать дела. Да, конечно. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Душегуба у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть. И она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити. Под Ирасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончит. Садись. У нас... В таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Юринобу... Ханако-сама, скоро... Сугу не сумуа. Юринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены. Это хорошая возможность рассказать им,
как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Ну, мне скоро нужно будет вернуться, иначе я навлеку на себя подозрения. Я должен обвинить Йоринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. И какие, например? Увидишь. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Такемура говорил, что Йоринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место, Ви. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Как хотите. Ну? Так себе план. Вы просто хотите меня использовать? Нет. Я просто предлагаю тебе решение. Не вы первая, если что. Не исключено, что последняя. Я бы не стала рисковать. Давай, пошли отсюда скорей. Ви, как ты себя чувствуешь? А? У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись. Не волнуйтесь. Я скоро... Тебе нужно на воздух. Быстро. Предупреждал. Ты что творишь? Блять, нам может всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Да, понимаю. И мне это не нравится. Я и сам пока еще... Посмотри правде в глаза. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. А по нам? Она предлагала... Слушай, я знаю, что вы с Панам начали мутить. Я понял, не дурак. Поэтому мне кажется, что втягивать ее в наши разборки – это херовая идея. Не повторяй моих ошибок, парень. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Предложение Ханака все... Прости, чье предложение? Да иди ты нахуй. У нее есть власть. Это наш счастливый билет. Ну да, ну да. Билет в городской морг. Эта баба, гляжу, весь мозг тебе засрала. Разберемся вместе с бестией, как раньше. А по нам...
Поэтому мне кажется, не поверь. Бестия. С ее-то опытом, ее возможностями и связями. Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни. Все будет нормально. Заберемся в башню. Альт откроет Микоши, а потом я разнесу это. Блин, ты опять отрубаешься. Так что я накачал тебя бета-галоперидол. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство, будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал Мисти до полусмерти, скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Ви? Что там? Все плохо? Настолько? Вот так должно быть немного получше. Попробуй сесть. Осторожно. Ладно, но чудес от меня не жди. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Что сидеть я вроде могу нормально, но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится.
Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Слушай, а кто бой-то выиграл? О, значит, ты слышал. Он поднялся? Волш? Нет, как всегда. Как это? Это повтор. Я часто его пересматриваю. А чего ты тогда так бесился, если заранее знал, кто выиграл? Хороший вопрос. Я просто пытаюсь понять, когда Волш совершил ошибку. И что думаешь? Он вышел против более сильного соперника. Но все-таки немного странно называть это ошибкой. Вик, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарство и вперед до победного. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. Удачи. Ви, я слышала, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя баба. Да. Наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я... Что нужно? Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай. Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск.
Если у нас не получится. Короче, чё будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Я позвоню. Пана. Просто хочу ее услышать. Очень надеюсь, что дело только в этом. Алло. Привет, Панам. Ты хоть знаешь, который час? Прости, пожалуйста, что разбудил. Ты ради этого позвонил? Извиниться, что прервал мой спокойный сон? Я не уверен, что мы еще увидимся. В смысле? Окей, отлично. Иди нахер. Да нет, я не про это. Определись уже. Я сегодня должен кое-что сделать. Это будет опасно, мягко говоря. Но я должен. Что должен? Это не телефонный разговор. Тогда хватит ныть и говори, где ты сейчас. В городе? Да. Окей, тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди. Я еду. Ты не понимаешь. Я уже не могу ждать. Это связано с тем, про что ты мне раньше рассказывал? Связано. Окей, слушай меня внимательно. Выход есть всегда. Делай вот что. Положи трубку, подыши немного и подумай над тем, что я сказала. Потом можешь позвонить еще раз. Мы договорились? Вместе мы справимся. Но... Не обсуждается. Поговорили? Даже не дала мне слова вставить. Ну и хорошо. А то бы ты еще чего лишнего наговорил. Хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, долго мы с тобой сюда добирались. Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помой. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Попробую попросить помощи у Панам. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Я возьму с собой Панам. У нас много общего. Я доверяю ей больше, чем твоим друзьям-наемникам. Хозяин-барин. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. До встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Наконец-то. Я согласен. Согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него в Норд-Оуке. Не можете уехать? Да, о моей безопасности заботятся его люди. Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора, в клинике. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом мы поедем к моему брату в Арасака Тауэр.
слушай. О, значит... Он поднялся? Нет. Как это? Это повтор. Я... А чего ты тогда так бесился, если заранее... Хороший вопрос. Я просто пытаюсь понять, когда Уолш совершил ошибку. И что думаешь? Он вышел против более сильного соперника. Но все-таки немного странно называть это ошибкой. Вик, ты столько для меня... Я бы хотел сделать... Иди. Я буду. Прими лекарство. Спасибо, Вик. Обязательно. Удачи. Ви, я слышала... Ну, твои мысли. Ладно, веди. Увидишь. Пойдем. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной... Да уж. Жизнь была не... После того, как я привела его сюда. Наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу. То что? Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай. Сиди на здоровье. Думал, ты... Нет, я... Это пак, если... Что? Нет. Короче, че... Я позвоню по нам. По нам? Просто хоть... Очень... Алло. Привет, по нам. Ты хоть знаешь, который час? Прости, пожалуйста, что разбудил. Ты ради этого позвонил? Извиниться, что прервал мой спокойный сон? Я сегодня должен кое-что сделать. Это будет опасно, мягко говоря. Но я должен. Что должен? Это не телефонный разговор. Тогда хватит ныть и говори, где ты сейчас. В городе? Да. Окей, тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди. Я еду. Ты не понимаешь. Я уже не могу ждать. Это связано с тем, про что ты мне раньше рассказывал? Связано. Окей, слушай меня внимательно. Выход есть всегда. Делай вот что. Положи трубку, подыши немного и подумай над тем, что я сказала. Потом можешь позвонить еще раз. Мы договорились? Вместе мы справимся. Но... Не обсуждается. Поговорили? Ну и хорошо. А то бы ты хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, долго. Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спать. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Попробую попросить. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Я возьму... У нас много общего. Хозяин-барин. Понимаешь, может быть, это мой последний налет.
Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. До встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Ну что, готов говорить? Готов. Вот так-то лучше. Рассказывай. Мне нужно в Arasaka Tower. Сейчас. Куда, прости? Я серьезно. Помнишь, я говорил про Джонни? Если сейчас ничего не сделать, я умру. Так-так, слей топливо. При чем тут Arasaka Tower? Это их технология. Под башней должна быть точка доступа к цифровой... Как бы это сказать? Тюрьме душ. Тюрьме душ? По телефону это звучит тупо, я знаю. Тюрьма называется Микоши. Только там я могу отделиться от Джонни. Других вариантов нет. Еще раз, на всякий случай. Ты звонишь мне посреди ночи, чтобы я помогла тебе попасть в Arasaka Tower? Иначе ты умрешь. Ну да, что-то вроде того. Окей. В смысле окей? Где ты? В клинике Вика. У Рипера? Ага, я знаю, где это. Ты только не умри, пока я еду. Могу попробовать. Круто. Не уходи никуда, ясно? Я скоро. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. Ждешь. Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность – это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное – знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее – это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут! Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это 100% Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты – это ваше будущее. Влюбленные. Слава богу. Наконец-то хоть что-то позитивное. Равновесие, дружба, любовь. Ага. Ви,
Ты, кажется, что-то от меня скрываешь? А? Что? Почему? У тебя странный взгляд. Нет, все в порядке. Ладно, а Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Кажется, это за тобой. Да, эту тачку ни с чем не перепутаешь. Ты меня напугал до усрачки! Разве тебя что-то может напугать? Эй, мы тебе поможем, слышишь? Поехали скорей, нас ждут в лагере. Удачи тебе там, Ви. И тебе, Мисти. Спасибо за все. С возвращением в мир живых. Ты как, ничего? Что произошло? Ты по дороге отрубился. Мы пытались тебя растолкать, бестолку. Знаешь, Ви, похоже, тебе и правда становится хуже. Панам велела мне за тобой приглядывать. А где она? К Солу пошла. Сидят там, припираются, думают, как тебя спасать. Тебе нужна помощь, это уж ясно, как белый день. Пойдем, отведу тебя к ним. Ну что, Ви, говорят, скоро начнется война. Боюсь, у меня нет выбора, Митч. Ну, похоже, что и у нас не его то, нет. Чтобы я скучал. Люди уже знают, что завтра выдвигаемся. А они знают, какая у нас цель? Посмотри вокруг, Ви. Это мелкие налетчики и контрабандисты. Реальный боевой опыт есть у горстки ветеранов. Поэтому пока они знают то, что должны знать. Ну вот не надо. Мы помогаем. Нормальный план, не мути воду. Давай без этого. Мы посылаем семью на смерть. А то, блядь, я не в курсе. Но ты, как всегда, уверен, что все можно исправить, просто если вынести мне мозг. Ви, наконец-то. Ви, как здоровье? Да что-то вдруг сморило, ничего такого. Я так понял, вы тут план сочиняете? Осталось подогнать некоторые детали, но в целом мы уже прикинули, что и как. Вот, сам посмотри. Мы рассмотрели несколько вариантов. Но по факту есть только один шанс проникнуть в Росака Тауэр. Мы пророем туннель. Вы уверены, что это действительно реализуемый план? Да, мы проконсультировались со Змеиным народом. У них там нычки, знают каждый камень. Замысел с подкопом рискованный, но если все удастся, то это наш путь в Микоши. Прорыть туннель под Росака Тауэр? Да, звучит бредово, но глупо упускать такую возможность. Корпорация Найт строит маглевный туннель для новой линии, сечешь? Он, правда, под охраной Милитеха, но с этим мы справимся. Если попадем в туннель, то до фундамента Росака Тауэра останется около 800 метров. В туннеле работает ТПК корпорации Найт. Чтобы туда пробиться на такое расстояние, ему потребуется несколько Скажи, минут. Ведь неплохо. Главное — попасть внутрь. Дальше будем импровизировать. Охрана, система безопасности, кратчайший путь в Микоши — эти вопросы придется решать на месте. Ну, что скажешь? ТПК — это что? Туннелепроходческий комплекс. Ну, такое огромное автоматическое сверло для бурения грунта. Захватим его, доберемся до Росака Тауэр, а оттуда в Микоши. Что там на этой стройке с охраной? Небось, все оцеплено, и полк Милитеха в полной боевой. Да не, там не такие масштабы. Полков не будет, но все же с улицы не зайдешь. Ожидается дежурный комплект. Патрульные дроны, их операторы, охрана по периметру. Ага. Вся эта операция, по сути,
Рейд в тыл врага. Мы начинаем войну. И не только с Росакой. Так оно и будет. Я подвергаю вас, всех вас, огромной опасности. Так что, если вы откажетесь, я пойму и не обижусь. Ты пришел к нам за помощью, и мы решили тебе помочь. Обсуждать это больше нет смысла. Вот именно. Лучше возьмемся за работу. Поговорю с нашими. Запустим дрон над этой площадкой. А я загляну к Митчу. Есть у меня идеи, как уравнять наши шансы с Мелитехом. Зайди к нам попозже, пока оставлю тебя в когтях Соло. Только не решайте ничего без меня. Тебе что-то еще нужно? Слушай, а как у вас дела с Панам? Все в порядке? Забавный вопрос. До недавнего времени я думал, что все в порядке. Пока ты не появился. А Панам тоже так считает? Лучше ее саму спросить. Понимаешь, Ви, иногда чужой человек приходит в семью и видит только нескончаемые ссоры. Но вдруг семья замечает чужака и тут же забывает раздоры, встает плечом к плечу и становится сильнее, чем прежде. Понимаешь? Да. Вроде понимаю. Хорошо. А теперь говори, что тебе еще нужно. Мне нужен доступ в сеть. Надо связаться кое с кем, кто поможет нам пройти в Микоши. И кто же это? Альт Каннингем. Она не... Это Искин из-за Черного Заслона. Ты вообще в своем уме? С чего вдруг Искин станет помогать нам пройти в Микоши? С того, что я ее вежливо попрошу. Да блин, Ви... Короче, ладно, мы и так сидим в говне по уши. Можем занырнуть и поглубже. Найди Дакоту. Она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего. Спасибо, Сол. Скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми. Привет, Дакота. Чего тебе нужно? Мне нужно Ну, залезай. Ви, хочешь что-то сказать? Даже не... Ты не спрашиваешь меня, а я не спрашиваю тебя. Таков секрет долгих отношений, брат. Все готово. Ванна со льдом. Обожаю. Привет, Кэрол. Помогаешь Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Готов? Не знаю, сколько это займет. Что бы ни происходило, не пугайся. Ладно? А если ты будешь на грани обнуления? Ну все, поехали. Иди по векторам. Привет, Альт. Ты пришел один. Здесь каждый раз все меняется. Я будто погружаюсь глубже. Даже не знаю, хорошо это или плохо. На самом деле меняется твое восприятие киберпространства. Ты адаптируешься к чистому потоку данных, а прежний мир начинает угасать в сознании. Защитные механизмы мозга перестают действовать. То есть, чем чаще я бываю здесь, тем больше теряю контакт с действительностью? Ты ничего не теряешь. Ты пробуждаешься. В киберпространстве мы выходим из снов. Джонни пока недоступен. Пока, значит. Ты задвинул его подальше, к
как досадную помеху. Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье. А я думал, что тебе наплевать на Джонни. Что он перестал для тебя существовать. Если бы он перестал существовать, говорить с тобой было бы не о чем. Давай кое-что проясним. Ты взялась помогать мне из-за Джонни, и как только его со мной не оказалось, решила сдать назад. Я не сдаю назад. В Микоши у меня есть свой интерес. Да? Ну ладно. А то мне показалось, у тебя ко мне какие-то претензии. Наблюдать за вашим взаимодействием было любопытно. Для тебя все это эксперимент. А мы – данные для анализа, которые можно использовать в своих интересах. Это не эксперимент. Это дискуссия. И в этой дискуссии я победила, ведь Джонни здесь нет. Да, жаль, что его нет. Ты так сильно хотела доказать свое превосходство лично ему, но тут только я. Все-таки что-то в тебе осталось от прежней Альт Каннингем. Джонни также был убежден, что у него больше общего с тобой, чем со мной. Что душегуб его не изменил. Что сам он тоже человеческий фактор. Потому он и был уверен, что сможет подчинить твою волю. Нет. Джонни уже смирился с моим решением. Разумеется. У него не было выбора. Теперь он это знает. У меня мало времени, Альт. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Но это спорно. Ты разве не обманула смерть? А ты как считаешь? Ну, твой код, сознание и скины не подвластны реальности. Они живут вечно. Но мы не бессмертны. Лишь у Микоши ты начнешь это понимать. Ну так снизойди до моего уровня и просвети меня. Если ты всесильный Искин, то, наверное, можешь и это. Ловушки мышления. Ты ищешь простых ответов там, где их просто не существует. Такова иллюзия, лежащая в основе твоего мира. Сейчас ты с готовностью примешь любой ответ, который сочтешь утешительным. Это было бы по-человечески. Со мной случается. В Микоши эти ограничения больше не будут действовать. Там твое восприятие расщепится на миллиарды потоков информации. Там, в Микоши. Чего мне ждать? Там ты перейдешь границу и, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому бремени никто не бывает готов. А Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Тогда что мы знаем наверняка? Что Микоши перестанет существовать. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Интегрируются с тобой? То есть ты собираешься их поглотить? Присвоить? Теперь понятно, зачем ты в это вписалась. Ты хочешь разрушить Микоши, чтобы загрести себе все конструкты. Микоши — это тюрьма. А я дам конструктам возможность стать частью чего-то большего. Джонни вряд ли был бы в восторге. Но Джонни здесь нет, потому что ты хочешь принять решение, то есть, по сути, сделать то же. Ну нет, сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами и спрашивать их мнение. В этом не было бы смысла. Хватит трепаться. Давай к делу. Я переслала на щепку твоего нетранера программу. Тебе нужно будет запустить ее в Микоши. Она откроет тебе безопасные соединения. Что на этой щепке? Векторный вирус? Черный вход. Через него я пройду внутрь. Ты откроешь мне путь в Микоши. И только так я сумею тебе помочь. Альт, надеюсь, от тебя не нужно ждать сюрпризов. Используй ключ, когда доберешься до Микоши. И что мне сделать с этой щепкой?
Помести ее в любую точку доступа. Остальное сделаю я. Если у тебя все получится, мы встретимся снова. Мы его вернули. Карл, щепка! Успокойся. Едва ты подключился, у тебя температура скакнула почти до 40. Аппаратура начала беситься, как от вируса. Очень злого вируса. Что тут произошло? Как что? Ты мне аппаратуру поплавил. У тебя резко возросла активность нейронов. Еще пару секунд и выжгла бы лобную долю. Это все равно, что пулю тебе в башку вогнать. Ты точно в порядке? Извини, не хотел. Зашибись. Ну, это хорошо. Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Не гони, нас окружает лед. Если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же... Охренеть. Убери это от меня! Спасибо, Дакота. Не за что. Парни? Говорят, у нас тут небольшой поход намечается. Скорее вылет камикадзе. Заканчивайте тут. Привет. Сейчас? Окей. Сол меня зовет. Подойди потом к нам. Ладно. Вот, полюбуйся. Это тот самый? Ну, почти. Мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку на крыше. И еще мы уменьшили массу практически на 60%. Скажи, красота. Ты за штурвалом, а по нам стрелок. Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну нет, на стандартном эту крошку не разгонишь. То есть военная техника плюс впрыск оксида азота. Говорят, стилеты такое ставят на пикапы, чтобы конвои грабить. Только штука эта очень нестабильная. И казалось бы, разве возможно прокачать таким манером целый панцир? Завтра выпустим этого зверя и своими глазами увидишь. А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка, калибр 70 миллиметров. Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт. И где вы все это нарыли? Тедди выгреб со свалки. Установка рабочая, тут все путем. Проблема была в том, что снарядов нет. Но нам повезло, Дакота нам немного достала. Не спрашивай как. А можно сделать пару кругов? Для тренировки. Надо все-таки опробовать заранее, к управлению привыкнуть. Без проблем. Только давай вечером. Нам тут надо еще в паре мест подкрутить. Ага, всего в паре. Да хватит уже бухтеть. Все мы успеем вовремя. Понял, обсудим потом. Сол, ты хотел поговорить? Залезай. А что за собрание? Возникла проблема? Нет, никаких проблем. Залезай, дело есть. Забирайся. Ну, смелее. Забирайся. Что, мы куда-то едем? Ладно, Ви. Дело очень простое. Мы, все, кто тут собрался, у тебя в долгу. И это долг чести. Говори про себя, Сол. Но все-таки, несмотря ни на что, ты человек пришлый. Причем и знает Сити, считай, из другого мира. Спроси по нам. Она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол. Исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью Альдекальда. А для своих семья всегда сделает все. Готов?
А я... Сол, вы все в этом уверены? А что, похоже на розыгрыш? Я в курсе, что это означает. Я тоже когда-то носил цвета клана, но принять меня в Альдекальда – это большой просто шаг. Просто ответь на вопрос. Ты готов? Я готов. Теперь ты один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Круто, что спасибо ты теперь тебе, с нами, Ви! И не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоши. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. Приветствуем нового брата клана Альдекальда. Как там говорят, помните? Проще завоевать доверие кобры, чем Альдекальда? Хорошо сказано. Поэтому я понимаю, как много это значит. Для вас и для меня. Спасибо. Я вас не подведу. На самом деле это просто формальность. По факту мы уже давно приняли тебя в семью. Ты спас мне задницу, как изволил заметить Бобби. Мичу тоже, не говоря о панам. Да иди ты. Но вообще Сол прав. Будем честны, до тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбил еще на миллион помельче. Но иногда это единственный способ сложить все заново. Ладно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Доделываем, что надо, и отдыхаем. Рейд рейдом, но выпить. Это твой вечер. Давай так поднимем что, наслаждайся славой. Ты могла бы хоть предупредить? И испортить все веселье? Ты в своем уме? Все в порядке? Да. Не волнуйся. Все путем. А куртка тебе как? Не жмет? Знаешь, не хватало мне этого. Братства. Знаю. Я это в тебе заметила с самого начала. Может, потому что в тот момент сама была такая же? Найт-Сити всякий одинок, даже в толпе. Но здесь... Здесь я часть чего-то важного. Это значит, что ты на своем месте. Спасибо, пана. Захочешь поговорить? Я буду там, наверху. А это у тебя может что? Будет. Вроде распродажи? Поищи только сам. Да, да. Бери ну, что тогда хочешь. Я и пару 45. И по какому же поводу? Раз Дакота сегодня конец такая щедрая. Красивый жест. Драматичный. Никакой драмы. Голый прагматизм. Я раздаю товар, чтобы побольше клиентов уцелело в завтрашней мясорубке. Сначала до, мажор, а потом соль. Ага, понял, погоди. А из самурая что-нибудь знаете? В такой вечер, брат, надо не про анархию, а про единство петь. Знаешь эту песню? Огонь пылал в нем все ярче,
пенек лежит, начал, но один куб думал иначе. Привет. Ну как дела, Брюс? Устроился немного? Привет, Ви. Вот тебе прописная истина. Лагерь лагерю рознь. Вот здесь я как дома. Ну, то есть, может, здесь и будет мой дом? Дакота говорит, что ей пригодятся мои знания. Ну, там безопасные пути на юг, куда ходить, куда не ходить, все такое. Приятно слышать. Здесь тебе будет хорошо. Да, надеюсь. А? В чем дело? Огонь и сила. Нас, походу, не представили. Как думаешь, завтра все получится? Я знаю этих людей. Некоторых знаю лучше, чем себя. Я вижу их настрой. Это затишье перед бурей. Завтра они пойдут до конца. Да, не сомневаюсь. До завтра, Сол. Постой. Хочу кое-что между нами прояснить. Ты многое сделал для этой семьи. Для меня больше, чем кто угодно. Но мне важнее всего клан. Сол. Дай закончить. Я также знаю, что сейчас может нашу семью уничтожить. Разлад между мной и Панам, если мы пойдем разными путями. В этот раз Альдекальда просто не переживут раскола. Ты понимаешь, к чему я сейчас веду? Ты меня используешь. Клан в рейде награбит добычу, а ты обеспечишь себе расположение Панам. Ловко. Ты чего несешь? Думаешь, я рискнул бы кланом в своих шкурных интересах? Зачем? Ты не из тех, кто может легко отдать власть. Над кем власть, если завтра нас всех перебьют? Над пылью и призраками? Нет, Ви, это не вопрос власти. И куртка, которую тебе вручили, не пустой жест. Скоро ты поймешь, что значит быть частью целого. То есть... Зла ты на меня не держишь. Завтра у нас важный день. Иди отдохни. Знаешь, где я видел больше всего звезд? На вершине горы Синай. Ты смотри, кого ветром принесло. Пока пытаюсь... Это я могу понять. День, когда получаешь куртку, не забывается. Ну, прокатимся? Давай, поехали. Залезай.
Пока все горит зеленым светом. Хороший знак. Так куда мы едем? Бобби сказал, к востоку от лагеря есть свалка. Самое место для стрельбы по мишеням. Теперь проверим находку Тедди. Давай, Ви. Поправить реально? Ты давай стреляй по этим ржавым ведрам, а я на ходу откалибрую прицел. Вроде получше, нет? Похоже на то. Стрельни еще разок на всякий. Ага, красота. Ладно, пожалуй, хватит. Возвращаемся. Надо мне проверить, все ли там в брюхе настроено, а то на мой слух что-то все-таки не смыкается. Дальше я сам. Парковаться никому не доверю. Психуешь перед завтраком? Да нет. Я... А ты не хочешь? Давай. На войне, перед первыми боями, нас тренировали на контроль стресса. Ну? Вводили специальный коктейль. Ускорители, анаболики, хер знает, что там еще было. Пускали, короче, это дело по вене, биомониторы сходили с ума. Ненадолго. Потом успокаивались. И мы тоже. Никаких нервов. Пара десятков таких сессий, и спокойно делаешься, как танк. В башке просто что-то щелкает, и выжигается то, что отвечает за страх. Так вроде запретили эти коктейли. Во время войны еще. Я тебя умоляю. Были же массовые случаи киберпсихоза в войсках. Ну, были. И что? Думаешь, милитех это парило?
киберпсихов грузили в самолеты и отправляли в клиники на Тайване. Каждый день. И новобранцы тоже поступали ежедневно. Накачивали нас этим говном, а мы и рады были. Деньги, аргумент такой, не поспоришь. То есть, ты вообще ничего не боишься? Ну, не все так просто. Насчет завтра я не волнуюсь. Уже не первый для меня это рейд. А вот все, что происходит в лагере... Короче, ладно, это я так. Не бери в голову. Да говори. Мы же теперь семья. Если честно, меня беспокоит, что происходит между Панам и Солом. Они делают хорошую мину при плохой игре и надеются, что этого хватит. Но люди-то не дураки. Уже начинается шепот по углам, что Сол не справляется, что он себе на уме, что он всех подведет, что семье нужны перемены. Ну а ты? А что я? Что ты об этом думаешь? Сол должен отступить и передать власть Панам? Посмотрим, что будет завтра, когда дым после битвы рассеется. Теперь ты мне скажи, что думаешь? Ви, прием! Ты какой-то задумчивый. Мич. Что в такое? Этот раз против нас будет не вшивая банда стилетов. Если мы хотим вернуться оттуда живыми, они должны договориться. Они пытаются. И вроде даже начали друг друга понимать. По-своему. Дьявол, да они оба прекрасно знают, чего от них ждут. Чего от них ждет семья. Надеюсь, Сол хотя бы предложил Панам место за столом. А кто тебе сказал, что Панам вообще хочет сидеть за этим столом? Я понимаю. Панам важнее семья, а не власть. Вопрос только удастся... Это не ко мне вопросы. Понятно. Добычу из Микоши? Угу. Если дело выгорит, и мы разживемся крутой техникой от Арасаки, это обеспечит нам отличное путешествие на юг. Сечешь? Это успокоит людей. И даст Солу время. Сол ловкий тип. Он хорошо знает, что делает. Лишь бы только в этот раз не заигрался. Ну, хватит. Все, о чем мы говорили, держи при себе. Давай, отдыхай. Я еще покопаюсь внутри у этой крошки. Ага, ясно. Удачной охоты, Мич. Ух ты, а тут... Угу. О чем думаешь? Ни о чем, то есть сама не знаю. Прошлой ночью я не смогла заснуть. И сегодня вряд ли. Что тебя мучает? Дай-ка подумать. Завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть. Вдобавок к этому Сол вдруг начал во всем со мной соглашаться. Я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться. Люди в нас сомневаются, я ведь вижу. Но все равно все уверены, что в случае чего Панам их вытащит. Конечно, ведь кто же еще?
Ты чувствуешь ответственность за них. Меня пугает вовсе не ответственность. Я просто трезво смотрю на ситуацию. Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня. Но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет. И я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти. Если завтра что-то пойдет не так, мы все. Завтра я буду рядом с тобой. Что бы ни случилось, мы будем вместе. И мы справимся. Я даже не знаю, что бы я без тебя делала. Ты бы сделала все как надо. Тебе-то откуда знать? Ви? Да. Ты не боишься смерти? За тебя я боюсь гораздо больше. Иди ко мне. О чем думаешь? О том, как первый раз просидела тут до утра. Я возвращалась в лагерь с дороги и решила немного тут задержаться, голову проветрить. Чтобы потом с новыми силами подцапаться с Солом. Было совсем темно и пусто. На небе густая чернота. Только слышно, как завывает ветер где-то и двигатель. Я села и ждала, когда мир замрет. Когда мысли в голове сбросят скорость до нуля. Дождалась? Нет. В ту ночь я поняла, что покоя не будет. Что теперь я всегда буду мыслями в дороге. Даже если сижу в темноте на холодном камне. Я бы с тобой так до утра просидел. Ну да, и я. Ты не представляешь, как мне это было нужно. Ладно, пошли уже, а то жопу отморозим. Сол вернулся. Идем. Может, у него есть новости? Вот красота. Так бы стояла и смотрела. Но лучше не заставлять их ждать. Вода залита, снаряжение на месте. Вроде все готовы. Насколько это возможно? Такой рейд для многих впервые. Думаю, Мич все разъяснил. Чувствуешь? Напряжение? Вот теперь они поняли, на что мы идем. Мы только что вернулись из разведки. Тебе надо это видеть. Ты вообще спал? С возрастом человеку нужно все меньше сна. К тому же я бы и не смог уснуть перед операцией. А вот этот материал дороже всяких сладких снов. Посмотри. Спасибо. План простой. У нас две цели. Первая — проникнуть в Росака Тауэр и помочь Ви добраться до Микоши. Вторая — по ходу дела вынести оттуда как можно больше техники. Это решит наши финансовые проблемы. В Микоши мы можем проникнуть только если сделаем подкоп в подвалы Арасака Тауэр. Для этого надо пробиться на стройку маглевного туннеля и угнать ТПК корпорации Найт. Важная информация. При помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест. Проникнем через эту долину. Вряд ли они ожидают нападения. Но действовать все равно надо быстро. Важно снять охрану, прежде чем они успеют предупредить своих. А если не успеем? Вот тогда пригодится Боб и его глушилка. Надо подобраться к их антенне и включить сигнал. Будем честны, надолго их это не задержит. Надеюсь, этого времени хватит. А есть у них дроны, система раннего оповещения, всякое такое? Это не Форт Нокс, но все-таки. Найт пользуется услугами Милитеха, так что все может быть. Патрули наверняка будут.
Но у нас дроны тоже есть. Тедди будет следить, чтобы предупредить нас вовремя. Вокруг стройки стена. Наш панцирь сможет выбить ворота? Да сможет, легко. Пока все неплохо. Что дальше? Внутри надо найти ТПК и разобраться с управлением. Этим займутся Мич и Кэрол. Запустите буры, дорога к подвалам Арасака Тауэр будет для нас открыта. Оттуда ВИП, а нам и я проходим на уровень лаборатории и ищем доступ в Микоши. А пока будем делать подкоп, там можно ждать сюрпризов? Если все пойдет как намечено, никто не успеет заметить нашего присутствия. Если хочешь еще осмотреться, пожалуйста. У нас есть время. Мне этого хватит. Ну, вот и все. Ви, ты готов? А как мы оттуда... Тем же самым путем. Быстро зашли и быстро вышли. Наши люди будут ждать снаружи, пока мы там. Ну, и? Готов, конь. Все знают. Ну, тогда заводим моторы. Бью дроны. Ты займись панциром. Черт, да что ж за подстава-то? У нас возгорание уравнение. Потуши, ты реально? Если нет, вылезай. Господи, Рок, вы где? Я тут торчу в передаче. Куда вы денетесь? По нам, какие новости? Долго еще? Минутку. Огонь локализован. Переключаюсь на аварийное питание. Часть систем перейдет в ручной режим, но ничего. Знает, что мы пришли в гости.
Дроны летят прямо на нас. Нам нужно еще время, Поппи. Ты продержишься? А у меня есть варианты. Работайте. Обо мне не беспокойтесь. Систему заработали. Можем ехать. Все, Поппи, бангер снова на ходу. Держись, мы едем на колено. А то было уж совсем грустно. Последний остался сучонок. Меня выцеливает сучонка. Поппи! Господи боже, Поппи! Поппи, прием! Нам надо пройти, Митч. Мы не можем останавливаться. Не сейчас. Ви, наш панцир, он долго не протянет. Я чувствую питание, скоро вырубится. Я все сделаю, чтобы не сдохнуть на дороге. Что угодно сделаю. Потом будем импровизировать. У нас получится, Панам. Не сдавайся. Больше никаких ошибок, слышите? Мы и так уже успели отвезти по самой неволосе. У нас все получится. Мы внутри! Ви, я же говорила, что системы подыхают! Тяга, баллистика, ракеты! Как домино все сыплется! Что-нибудь можешь сделать? Попробую, только я не уверена. Или починю, или это ведро реально на свалку пойдет. Вылезай, помоги нашим. Мы прикроем, только давай скорее! Хорошо. Наверху должна быть диспетчерская, откуда можно удаленно управлять ТПК. Всем приготовиться. Вижу терминал. Подключаемся. Какие там протоколы защиты? Это не космическая станция, это просто очень большое сверло. Расслабься, Кэрол пройдет как нож сквозь масло. Так, ну что,
Запускаем этот бур и нацеливаем его прямо на Арасака Тауэр. Ему нужно будет время. Ви, тебе придется нас прикрывать. У нас гости. И много их. Ви, помоги нам, пожалуйста. Ёбаный велитет прижимает. И черт, похоже, там направление задано автоматически. Ты как-то уговоришь его повернуть. Старым обходным маневром. Ты отключи автопилот и запусти аварийный режим вручную. Нет. Работаем. Ну тогда поехали. Наступаем вправо. Несем большие потери. Миш, что там у нас? 11%. А побыстрее нельзя. Надо перезарядиться! Я здесь, пацаны! Черт, и слева тоже! Кэрол, Мич, долго там! 27%! Ah!
Давайте ремом в заднице. Садись, Ви, быстро. Мы едем. Выиграем для вас время, сколько получится. Спасибо. Мы присмотрим за Митчем и Кэрол и разберемся со шлюзом. Надо перехватить милитеховские железки, иначе они двинутся прямо на наших. Все в порядке. Ви, милитех пригнал еще железо! Ебаную тонну! В нас попали! Выиграем для вас время, сколько получится. Спасибо. Мы присмотрим за Митчем и Кэрол и разберемся со шлюзом. Надо перехватить милитеховские железки, иначе они двинутся прямо на наших. Нас попали! Нас попали!
вытянуть. Слушайте, мы добрались до льда. Кэрол его раскалывает. Медленно, но продвигается. Как там у вас? Шлюз хорошо защищен и крепко подсажен в грунт. Мы пока соображаем. Блять, корпорация! Их подкрепление! Мы тоже не думаем. Мы справимся. Мы стараемся задержать их, сколько можем. Работайте! Воу! Вот это сейчас нормально бабахнуло. Мич, у тебя все хорошо? Рвануло неплохо, да. Но у меня все в порядке. Вот это сейчас нормально бабахнуло. Мич, у тебя все хорошо? Рвануло неплохо, да. Но у меня все в порядке. Мич, возвращаемся к вам. Хорошо справились, только у нас тут небольшая проблема. Будь уверен, после таких подвигов панцербои вас примут не глядя. Отличная работа, Вик, спасибо. Сол прав. Кэрол, вы с Кэссиди остаетесь тут на посту. Ясно. Мич, пойдешь с нами. Слушаюсь, мэм. Не будем терять время, пошли. Ладно, оставляю на автопилот и отключаюсь. Окей. Все нормально? Чего притих? Все пошло не так, как должно быть. И я боюсь, что будет еще хуже. Психоз никому еще не помог. По нам. Если бы я и ты... По-твоему, мои решения продиктованы тем, что между нами? Ну, немного. А ты догадываешься, насколько это предположение меня бесит? Наши отношения – это одно дело. А клан и рейд – совсем другое. За своих людей я несу полную ответственность. Я. Не ты. А если бы ты знала раньше, что будет? Поступила бы так же. Для любого человека из клана. Сол сказал мне, что какой-то твой друг поможет нам с Микоши. Кто-то снаружи. Да. Альт. А кто это? Как ни крути, она самый крутой нетранер во всем Найт-Сити. Вернее, была. Неужто вдруг взяла и сменила карьеру? Вроде того. А заодно место жительства. Но она нам поможет. Угу. А ты ей доверяешь? Да, она поможет. А что, тебя что-то напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на нее, значит, я готова положиться на твой выбор. Все получится. Должно получиться. Мы ведь уже почти у цели. Мы на месте. Далеко отсюда до Арасака Тауэр? Нет. Отсюда уже рукой подать. Черт, ты их видишь? Что-то случилось. Тебе пора бы к этому привыкнуть, Сол. В жизни мало что идет по плану. Мы понятия не имеем, что... Ребята, что такое? Милитех отрезал наших настройки. Кэрол и остальных. Они долго не продержатся. Господи боже. Я беру панцирь и возвращаюсь туда к ним. С ума сошел? Речи быть не может. Один ты панцирь вести не сможешь, только мозги свои тупые сожжешь. А что, есть другие идеи? Это же наши, по нам. Я их не брошу. Сол, и ты на это согласишься? Ви, объясните вы этому кретину. Ви, ты так и будешь отмалчиваться? Мич прав. Втроем еще у нас есть шансы. А у них без Мича никаких.
Ты точно уверен? Сол! Это верное самоубийство! Вы о себе беспокойтесь. Они тебя убьют! Скоро увидимся. Сол, Кэрол, он же... я иду к вам! Держите. Скажи ему! Нельзя отступать, иначе пиво. Жертвы напрасны. Вы двое поднимитесь и гляньте, в чем там дело. Как поедете, я за вами, прикрою с тыла. Понятно. Идем, Ви. Двигатель перегрелся, когда сверло застряло в железобетоне. При обходе должна отключиться блокировка системы. В случае чего воспользоваться... Только бы больше ничего не накрылось. Ви, у нас нет времени! Давай! Ну что, момент истины. Хорошо. Включился ручной режим. Увеличивай обороты. Не бойся. Вертится. По нам. Что такое? По нам, не молчи! Нет, 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 по нам! Я здесь. Меня немного помяло, но жить буду. По нам. Я уж думал, ты... Ничего, Ви. Все в порядке. Сол. В туннеле пока чисто. Нет ли тебе отмечи? Пока ничего. Я так и знала. Может, проблемы со связью? Пошли. Закончим с этим. Взорвалась бомба, уничтожившая башню. То есть, получается, что здесь до сих пор может фонить? Кто знает. Класс. Ви! Ви! Ви, что с тобой? У него опять приступ. Ви! Времени уже мало. Я чувствую, нам надо торопиться. Кто-нибудь знает, где мы? Надо осмотреться, тогда и поймем. Там что-то есть. Только сперва надо убрать охрану. Ви, сначала надо убрать стрелков. Лучше по-тихому. Не нравится мне это. Совсем. Думаешь, что-то серьезное?
Конечно, серьезная. До вечера тут наверняка просидим. И часто тут так было? Нет, очень редко. Вот всех это положили. И пугает больше всего. Быстро и тихо. Вжуха нету. У них там целая толпа. Похоже, конвойная охрана. Ясно. Ситуация немного осложняется. Видимо, они засекли вибрацию, когда мы были в тоннель. Все бойцы Арасаки теперь наготове. Включилась аварийная блокировка. Мы заперты, как крысы в клетке. Точки доступа есть? Нужно найти. Ищу. Погоди секунду. Одну нашел недалеко. Там сможешь подключиться. Окей. Надеюсь, разъем для щепки Альт тоже найдется. Высылаю кратчайший маршрут. Но сначала надо как-то блокировку снять. Только по-тихому. Никто не должен заметить, что мы пришли в гости. Идти дальше? Микоши? Открыт. Идем, пана. Закончим дело. Осторожно, Ви. Ви? Сол? Я тоже чувствую. Что там? Это тишина. Вряд ли она помнит, что такое жалость. Вроде это здесь. Мы дошли. От Микоши тебя отделяет всего несколько шагов. Кажется, ты наконец получишь свой шанс. Мы будем с тобой до конца. Альдекальда всегда держит слово. Кажется, уже недалеко, да? Нам надо пойти через зал за перегородкой. Там мы не трогаем. Я не могу. Давай-ка вместе. Сол! Альдекальда! Кусок! Нет! Сука! Смело! Ты пощади воду!
куда целишься вообще? Адам Смешер, я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешь Сильверхенда. Я тебе открою маленький секрет. Джонни сегодня с нами. Он не может говорить, но я его чувствую у себя в голове. Что за херню ты несешь? В конце концов, Сильверхенд добрался до тебя. Выглядишь как-то не очень. Я справлюсь. Устроит у меня в башке смену власти. Я не знаю, кто вернется из этого киберзаплыва, так что скажу спасибо сейчас. Заткнись, Ви. Делай, что должно, и будь, что будет. Дашь совет на прощение? Будь собой.
Пойдем же мы с тобой вперед. По улочкам, где нас под небом вечер ждет. Что распластался, как под наркозом пациент. По улочкам, наполовину молчаливым. В их шуме еще живы дешевые ночлежки, где никогда не спят. И кабаки с опилками, что под ногой шуршат. Улочки, что тянутся, как роковой момент. В тоскливом споре, где твой оппонент готовится тебя сразить, задав вопрос. Только не спрашивай, какой. Уже уходим мы с тобой. Получилось, Джонни. У меня все-таки получилось. У тебя был отличный план. И ты его выполнил. Ты клевый, Ви. О, да ладно. Ну-ка, повтори, пожалуйста. Уши надо мыть чаще, балбес. Ты что-нибудь видел? Или тебя совсем отрезало? Супрессоры меня слегка замедлили, но я все видел. Столько людей погибло, чтобы я сюда добрался. Жаль, что с Солом так вышло. Это я виноват, что Смешер вообще здесь появился. Так это она? Та самая? Я запомнил ее немного иначе, но тогда Альт не стоял. И где же все? Да хер его знает. Мы видим только то, что... Надо торопиться. Ты что, до сих пор не понял? Чего? Ты о чем сейчас? Альт нас уже разделила. Она врубила душегуб. Твоя баба времени не теряла. Я... Привет, Альт. С разделением душ мы покончили, я так понимаю. Что дальше? Мне осталось проверить контрольную сумму и устранить ошибки копирования энграммы. Подожди, ты хочешь сказать, я... Она хочет сказать, что ты теперь как я. Осталось только пересадить тебя в органическую клетку с нейронами. Вы все еще... Ага. А что будет с теми, кого сюда кинут? Я освобожу их и заберу с собой. Ага, давай, пизди боль. И я бы сказал, это лучшее, что могло их ждать. Погоди, я хочу узнать. Я использовала душегуб, чтобы разделить вас. Из энграммы не удалось устранить все изменения, вызванные... То есть, ты можешь пере... Как если бы... Я не приняла во внимание только один аспект. Альт, какой? При таких операциях тело – ключевой фактор. Чип реконфигурировал ДНК слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейрон. Блять, давай сразу к делу. Ты умрешь вскоре после того, как я скопирую конструкт в твое тело. Этого уже ничто не изменит. Ты нигде не ошиблась? Проверь еще раз. Тебе осталось жить еще полгода. Может, немного больше. Нет. Должен быть способ. Мы можем что-то придумать. Твое тело будет считать тебя чужаком. Погоди, это же мое тело! Биочип изменил его навсегда. Теперь оно принадлежит Джонни. Альт, дай нам минуту. Нам с Ви надо поговорить. Ну, охренеть. Все было зря. Все было бесполезно. Я больше не могу. Я устал. Особенно от тебя. Круто.
Значит, действуем по плану. Я ухожу с Альт в ебаное ничто, а ты забираешь тело. И куда она может тебя увезти? За черный заслон, чтобы стать ее частью. Не знаю, что это значит. Стать невнятной тенью в цифровом безвремени. Я лучше сдохну. Тогда получаешь возможность забыть о теле и повседневных заботах. Начинаешь смотреть на все совсем иначе. То есть тебе остаются только воспоминания о любви, о головной боли с похмелья, о вкусе еды, о горячем виске на пляже. Нет, спасибо. Значит, возвращайся к жизни. Хотя... И что? Если я окончательно не слечу с катушек, меня там уже... Может, побудешь конструктом, пока мы... Другое решение требует договариваться с Арасакой. Мне казалось, жизнь не... Она и не... Нет, присмотрись. Видишь блики из-за черного заслона? Может, это адское пламя или небесный свет? Может, так энграмма воспринимает код? Но это путь. Мы научились превращаться в данные, но внутри нас все еще сидит зверь. Заглушить его инстинкт выживания почти невозможно. Да. Этот зверь – часть природы человека, как и сопротивление ему. Неужели нет другого пути? Повторюсь. Джонни может забрать твое тело, а ты можешь пойти. Я имел в виду не это. Разве не может быть, типа, счастливый конец для всех? Для всех? То есть и для таких, как мы? Не в этом городе. По крайней мере, у тебя есть выбор. Ты заслужил его своим упорством. Мост ведет глубже в киберпространство. Если ты перейдешь его, то навсегда утратишь связь с телом. Обратный путь к телу проходит через этот колодец. Альт. Ты должен пойти. Расскажи хоть, что меня там ждет. Ты Нетраннер. Ты найдешь свой путь в материальной без... За черным заслоном много опасностей. Но лучше погибнуть, как вольный дух, чем умереть в... Не делай этого, Ви. Воплотится твой самый жуткий кошмар. Сеть изменит тебе. А ты? Я сделал первый шаг к этому уже давным. Мы договорились. Я сказал, что тело должно остаться, но... Да ладно, не извиняйся. Мы с тобой давно знали, как все сложится. Хватит, прекрати пороть херню. Только если ты прекратишь извиняться через слово. Сука, я собираюсь одним ударом прикончить друга и разорвать свою душу пополам. Ты даже не представляешь, что я чувствую. Как знакомо. Где-то мы с тобой это уже слышали, правда, Ви? Я останусь с тобой. Хочешь ты того или нет? Твою мать, ты даже не пытаешься защищаться! Знаешь, ты научил меня, что не надо каждый раз рвать жопу. Нужно копить силы, чтобы однажды сделать большой бум. Дерись до конца.
Одну секунду. Общий ущерб превышает годовой бюджет небольшого государства. Вот так тебе, Арасака. Хорошо помню эту дамбу. Тут все началось. Я тогда совсем тебя еще не знала. Что ты обо мне думала? Пыталась понять, похожи ли мы. Хочешь ли ты доказать самому себе что-то важное? Конечно. Мы оба хотели. Но вряд ли ты думала, что все кончится вот так. Ну да, с этим трудно поспорить. Найт-Сити нас перемолол, будь здоров. Слушай, да и хер с ним. Мы это все забудем, валяясь на травке под аризонским солнцем. Нужно просто немного подождать и сменить обстановку. Посмотри туда. Где-то там эти твари из Арасаки пытаются понять, как они все потеряли. Скорее всего, когда-нибудь поймут, но мы будем уже далеко. Да, мне давно надо было посмотреть на город и на себя со стороны. Город мечты. Я бы с удовольствием оторвала яйца тому, кто это придумал. Панам, я рад, что мы прошли Микоши и выбрались оттуда вместе. И вместе уедем из этого проклятого города. Попрощайся с Найт-Сити. Чем быстрее я про него забуду, тем лучше. Слишком много пустых обещаний на квадратный километр. Да? Вот именно. Хорошо еще, если успеешь что-то понять до того, как потеряешь все. Значит, нам повезло. Мы сваливаем отсюда как раз вовремя. Это точно. Очень вовремя. Начнем все сначала. Блин, Ви, у тебя опять кровь. Ну, кровь и кровь. Ви, обещай мне, как только мы приедем на юг, мы пойдем к моим контактам. Они починят, что там надо починить. Я тебя не оставлю. Обещаю. Даже еще надоесть тебе успею. Мне Сол сказал одну штуку. Человек по-настоящему свободен только раз в жизни, когда ему уже нечего терять. Ну вот. Так и проведем следующие месяцы. Как будто нам больше нечего терять. Кстати, о птичках. А что там с планом? У наших уже все готово. Едем к ним, собираем добро и снимаемся с лагеря. Дорога будет, скорее всего, трудная. Но если не облажаться, проскочим границу за... Поехали отсюда. Сейчас. Постой. Посмотри на этот город в последний раз. Ну, если хочешь, конечно. Не спеши, я подожду в машине. Ну, прощай, Нэти. Хватит этого говна, тошнит.
Почти все наши уже пересекли границу. Они будут ждать нас на той стороне. А наши сувениры из Микоши? Если бы мы подъехали к воротам с таким оборудованием, нас бы расстреляли без предупреждения. У Арасаки свои люди на каждом блокпосте. Мы проверяли. Но не все дороги так охраняют. Арасака. Прямо дежавю. Я что-то не то сказала? Просто вспомнил про Джеки и про налет на Арасаку. Сама знаешь, чем все кончилось. Прости, Иви. Ты чего? Не извиняйся, ты же ни при чем. Тем более теперь все будет по-другому. Я уверен. Есть штука, по которой я буду скучать. Это какая? Жратва. Тайская лапша на 7-й в Хейвуде, вареники в доках. Серьезно? Ну вот поездишь с нами, тогда и поймешь, о чем я. Все, почему я мог бы скучать, я беру с собой. Ты как скажешь. Так хоть стой, хоть падай. Но тебе же было приятно. Скажи. Ха, было, спорить не буду. Теперь ты со мной. Уж как-нибудь разгребем это дерьмо у тебя в голове. Я знаю. Бена, подруга, ты сбегаешь из Найт-Сити или едешь к бабушке на пирожки? Прибавь газу, а то буря тебя догонит. Иди ты. Мич, привет. Привет, Ви. Рад тебя слышать, Чумба. Как ты? Дай мне еще месяцок, и я буду как новенький. Говорил же, все со мной будет нормально. Да ладно, Мич. После Микоши ты не очень-то и верил, что выберешься. И мы тоже. Он пару недель валялся в постели как овощ. Если бы не закаленные синапсы, точно отбросил бы копыта. Все-таки служба в панцирных отрядах не прошла даром. По-любому, мы живы только благодаря тебе. Жалко, что Соло нет с нами. И Тедди, и Бобби, и Скорпиона. Уж они бы всыпали бы тебе за эти фокусы с панцером, а потом обняли бы так, что из тебя бы завтрак вынес. Я знаю, панам, я знаю. Они дали нам шанс начать все сначала. Главное его не просрать. Я рад, что ты едешь с нами. Скоро увидимся. Чувствую запах озона, даже через кондиционер. Это та самая буря. Мы близко. Все, мы на месте. Ну, наконец-то. Привет, Мич. Привет. Как насчет того, чтобы свалить отсюда нахер? Здорово. Как тут у вас? Все готово? Да, мы почти закончили. Ты нашел его, да? Там, где мы и думали? Значит, все идет по плану? Да, все на мази. Прибегай к нам, как будешь готов. Обсудим все вместе, что и как. Вот он, это дитя. Он бледен и тощ. Ви, давай я тебе скажу все как есть. Прошу прощения, я на секунду. Мне казалось, ты не приедешь. Что так? Думала, я останусь в Найт-Сити? Ты не похож на человека, который был бы готов начать все сначала. Узнаешь меня получше, может, изменишь мнение. Окей.
Ты выглядишь хуёво. Это на тебя так открытое пространство влияет? Как раз наоборот, ковбой. Тут я наконец чувствую, что живу. Оптимизм у молодежи — это всегда хорошо. Плохие мысли недорого стоят, но пачкают все вокруг, как грязь. Думаешь, тебе не хватит горючки до лагеря? Не хватит. Думаешь, что скоро умрешь? Готовься сдохнуть. Ладно, иди лучше подготовься. У нас по плану переход границы и побег от бури. Денек будет насыщен. Нужна помощь с подготовкой? Нет. Все давно упаковано и погружено. Ждали только тебя. Отлично. Официальные КПП отпадают, это ты сам понимаешь. Поэтому поедем по старому туннелю. Он рядом со стеной. Погоди, ты сейчас про один из ваших знаменитых туннелей? Ага, он, кстати, один из самых старых. Его выкопали сразу после Первой войны. Мы уже давно им не пользовались. Нам дали знать, что найтовцы нашли его и установили наблюдение. Вы его просканировали? По нему можно проехать, он не обвалился? Да нормально все с ним. Главное, чтобы выдержал наш переход, а потом пусть обваливается. Он нам больше все равно не пригодится. Туннель это прекрасно, но до него еще надо доехать. И что вы планируете делать с охраной на границе? У них там техника во всех направлениях и дроны в патруле круглые сутки. А может и что-то потяжелее. Не ссы. Мы знаем, что там и как это обойти. Кэрол и Кассиди отвлекут от нас корпоратов. И типа никто нас не заметит. Погранцы рано или поздно допрут, что что-то не так. Но когда их осенит, мы будем уже очень далеко. Да и с этой бурей... Вряд ли какая-то буря сможет сбить корпоратов с толку. У них будет куча других забот. А даже если не будет, пусть попробуют нас догнать. Быстро пожалеют. Допустим, мы перебрались. Ну, для начала поедем в лагерь к остальным. А дальше уже все вместе двинем к Тусону. Там станет полегче? Я правильно понимаю? Мы знаем эти дороги как свои пять пальцев. А в Аризоне есть те, кто давно нам должен. У меня были сомнения, но, похоже, теперь можно не беспокоиться. С сегодняшнего дня тебе больше не нужно решать все самому, Ви. Всегда будут те, кто тебе помогут. Ты привыкнешь. Спасибо. Ладно, пора выкатываться. А то еще бурей накроет. Газуем? Угу. Тогда подключайся. Мы и так тут засиделись. Секунду. У тебя теперь новая жизнь. Ты должен начать ее как настоящий кочевник. За штурвалом. Поезжай прямо, огибай большие ямы и не теряй из виду остальных. Я разберусь с нитро. Смесь будет идти прямо в цилиндры. Потому что без ручной синхронизации нас разнесет к херам. Этого лучше бы избежать. Бля, до меня только что дошло. Что? Стена. Ее не было, когда я была мелкой. Я даже не думала, что ее построят. Мне тогда казалось, что на севере все иначе. Я думала, там меня ждет светлая мать его будущего. Я знаю, что было дальше. Когда ты оказалась по ту сторону, ничего не поменялось, и ты подумала, что в Найт-Сити уж точно все будет иначе. Да. И финал этой истории ты тоже знаешь. А теперь, как видишь, я возвращаюсь к началу. Пиздец. Нет. На той стороне, быть может, все по-прежнему. Но ты-то изменилась. Сильно изменилась. Ну, может и так. Теперь-то у меня есть ты и эти клоуны.
Я всегда готов. Тогда поднажмем! Давай, полный вперед! Они выпустили дроны! Нечего ему сказать. Заводи. Твое место за штурвалом. Ну, поехали. Как раз то, чего ты хотел. Твоя новая жизнь. Только не тормози по нам, пожалуйста. Как? Вот теперь все круто по нам. Мы едем домой. Солнечные ванны на свежем воздухе. Не забывай иногда проверять свои импланты, а то если песок или грязь попадут под изоляцию, то все, можешь ложиться и помирать. Я понимаю, в пустошах проще найти четырехзвездочный отель, чем нормального рипера. Так что, может, просто забежишь ко мне, когда опять будешь в городе. Думаю, я для тебя могу даже сделать большую скидку. До скорого, Ви. Что? Неужто правду говорят? Ты теперь шляешься по пустыне Сальдекальдо? Ты ума лишился, Ихо?
Мало тебе было неприятностей, а? Слишком скучно в Найт-Сити жилось. Estás loco. Береги себя, ты слышишь? Не делай глупостей. Мне вторые похороны не нужны. Ну, если захочешь увидеть знакомые лица, заглядывай к маме Уэллс. Мой дом всегда для тебя открыт. Только позвони перед этим. Я тебе чилякиля сделаю. Пальчики оближешь. Куидате, Ви. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шикуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Я все-таки не успею сегодня вернуться в лагерь. К нам идет песчаная буря. Ехать опасно, надо где-то укрыться и переждать. Я просто хотела... Я знаю, что это не первый раз. Мы с тобой что-то планируем, а в итоге все накрывается. Никогда не думала, что так тяжко быть главной. Со стороны все казалось гораздо легче. Но я так рада, что ты у меня есть. Ты даже не можешь себе представить, как много это значит для меня. Как... Ну вот, мне надо идти. Я скоро к тебе вернусь. Обещаю. Ви, привет. Я как подумаю, что мы вместе провернули. До сих пор сердце колотится. Горстка кочевников против Арасаки. Как мы вообще живыми ушли. Все против нас было. Я думал, все там поляжем. Но у нас получилось. И я тебе скажу почему. Потому что нас вел не кто-нибудь, а ты, Ви. Самый дерзкий наемник во всей Америке от Пасифики до Апалачей. Не знаю, что ты будешь делать, какие у тебя планы. Но помни, мы пойдем за тобой в огонь и в воду, брат. Только скажи. Удачи тебе на дорогах. Береги себя. Это бестия. Я хотела... автоответчик. А, ну и ладно. Ви, у меня такой вопрос. Ты сможешь передать от меня сообщение Джонни? Даже два. Первое. Он нагло разбалованный хер с манией величия. И второе. Я рада, что мы с ним поговорили. Это все. Берегите себя там. Оба. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блять, забыл, что хотел уже. А, вот, да. Сики, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет? Может, развеюсь немного? А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну, вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся.
тем, как сделать сеппуку, самурай сочинял Джисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай. Поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксойеро. Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. И знаешь, что я вытащила? Колесницу влюбленных и солнце. Похоже, тебя ждет счастливая жизнь. Не зря ты все-таки уехал в пустоши. Удачи, Ви. Будь свободен. See you.
Я знаю!